недавно с одним своим знакомым разговаривал, и он говорит: я все время работаю, я с одной работы на другую. А жить-то когда? Друзья мои, а вы не задумывались о том, что это и есть ваша жизнь? Все дело в том, что в природе, в дикой природе, так сказать, животный мир занимается тем, где найти пропитание для того, чтобы насытить свой организм. У них нету развлечений определенных, у них нету там еще чего-то, там, чтобы они просто тупо отдыхали. Ну, конечно, период отдыха в любом случае есть, но они не встречаются с гостями, не проводят, допустим, там на пляже, не загорают пузиками кверху. А, как правило, в дикой природе животные постоянно заняты поиском пищи. Поиском пищи для себя, поиском пищи для деток, для того, кого они выращивают. Только те животные, которые находятся у человека, они не ищут себе еду, потому что человек им находит еду, приносит, откармливает их, а потом, естественно, этим пользуется. Так что жизнь состоит не только из развлечений, друзья мои. Конечно же, человек – это, тоже животное в какой-то степени, конечно. Один больше животное, другой меньше животное, но, тем не менее, это животное. И человек, если бы жил бы в дикой природе, он бы тоже только бы занимался тем, что искал бы пищу для того, чтобы прокормиться. Но так как получается, что у нас пищу делают одни, мы как бы еще все-таки созидаем, что-то строим, что-то создаем. Мы же все-таки не те животные, которые прожили жизнь и после себя ничего не оставляют. Мы люди, мы после себя должны что-то полезное оставить. Мало того, что для своих детей это одно, конечно, но и для окружающего мира. Мы должны что-то созидать, что-то полезное оставить. А если человек прожил как паразит, ничего не создал, ничего не сделал хорошего, то я считаю, что это как сорняк. По-другому назвать нельзя. Есть люди-паразиты, к сожалению, тоже такие. Сорняки есть. А есть действительно люди, которые что-то полезное, что-то хорошее создают, что-то делают для других людей. И это и есть, друзья мои, жизнь. Будьте здоровы, всем пока.